Бичанин приобрел пачку фальшивых 5000-ных купюр и рассчитывался ими в магазинах. Заявлением в полицию обратился житель Наукограда, который рассказал, что, мол, неизвестный рассчитался с ним за криптовалюту поддельными наличными. Купюры он все отдал правоохранителям, и результаты экспертизы подтвердили, что все банкноты, изъятые у заявителя, оказались фальшивыми. Но в ходе разбирательства выяснились и новые обстоятельства. Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции удалось предварительно установить, что на самом деле заявитель сам приобрел через интернет пачку 5000-ных, а именно 52 купюры. Сразу же реализовал две в Барнауле, купил на них фирменные наушники и рассчитался в кафе. Третью он протянул на кассе в крупном гипермаркете Наукограда. Сотрудница засомневалась в подлинности и сообщила об этом в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Так как фигурируют в нем несовершеннолетние, то расследованием будут заниматься следователи Следственного комитета. Ведомство уже направили соответствующие материалы.